Ну что, доброе утро. Что, ты сразу начнешь по хлопкам играть? Да. 1 май. День солидарности всех трудящихся. Поздравить надо всех. Положить. Так, времени. 5:30, мы на рыбалке. Родное болотце, Буркаслах. Отличную погоду нам обещают. Пожалуйста, лещей. Ладно? От караси уже тошнит, честно говоря. Ну, как получится. Ничего не буду обещать. У меня тоже, честно говоря, караси мягкие уже. И уже их всем, все разные. Мы даже соседям уже их раздали. Черви? О, не справился. Макаси. Какие-то задумчивые, печальные. Им холодно. Да, есть холодильник. И прикормка. Кукуруза с магазина. Это кукуруза, это печенюшки покрушенные, я больше чем уверен. Что-то пахнет как-то ванилью. Ну, я говорю, печенюшки покрушенные. Так, ладно, погнали наши грозы. Ну, так, подожди, ты мне в глаз светишь. 70 грамм кормушка, поводок. Да, длина какая длина? Это, я не знаю, поводок сантиметров, наверное, 70. Вот. И все. Битва? Любовь там, какая битва, нам со стороны говоришь. Забиваем плотненько кормушечку. И забрасываем. На крючок жирного этого червячка. И забрасываем. Ладно, давай. Я думаю, тут не надо далеко забрасывать. Да здесь везде глубина, не знаю, мне кажется, метр, по-моему, максимум. Ну, не глубоко это точно. Да мы еще не успели разложиться. В чем дело? Что-то небольшое. Лещ. Надеюсь. Пожалуйста, не карась. Зараза. Карась, да? Да. Сковородочный. Сразу. Не прошло буквально, ну сколько было? Да мы одну удочку разложили только. Поздравляем. Ладно, пусть лежит. Стукни его. С почином, первомайский. Власть. Класс. Да, сейчас я усыплю. Давай, молодцом. Давай тогда в ночь с пятницы на субботу с ночевкой поедем. Сюда? Нет, на Нойберт. Ну, я тебе про что говорю, ты же со своей работой, ты не сбиваешь весь график рыбалок. Я не сбиваю, на выходных выходная. Давай с ночевкой. Че, ребята, если все получится, едем в пятницу вечером с ночевкой рыбачить. Давай, надо поплавок. Это же на поплавок, Рыж, ну пацак нужен, здоровый карась, ну. Ни хрена себе. Ну это я точно не ожидал. Карась, давай, подводи. Это карась, давай, вот так, все, взяли. Взяли. Блин, я только не снял, у меня камера черти где. Блин. Давай. Сейчас возле берега. На маленький крючочек. Возле берега, и ты молодец. Я монстр. Я ты монстр. Отлично, молодчин. Второй, крупный, причем, блин. Видишь, на червя они все-таки. Кукуруза их не интересует. Отлично. Молодец. Ну-ка покажи его красиво. Да. Ну, он даже помню покрупнее. Чем первый, того, да? Который на фидер взял. Ну, крючочек там или пиздрический совсем. Смотри. Ну ладно. Ладно, давай, отпускай ее, возьми. Не снял ни хера, как ты рыбу поймал. Нормально все. С этим пацаком, блин, запутался. Да плевать, главное рыбаясь. У меня же как поклевка у меня начинается. Вот это вот. Бегом, да? Такие метания, что это. Да.
зараза. Они прямо возле берега ходят. А я швыряю, черт ты куда. Ну там они тоже ходят. Здесь возле берега мелочи плавают. Куда все подлецы делись? Подлещики. Выловили всех. Одни караси остались. Да, я вижу. Мелочи. Да, да. Ну, клёв на поплавок. Клёв на поплавок. Подлец! Отличный подлец, слушай. Божечки! Смотри, какой это вещь, блин, даже, мама. Держи, держи. Стой. Это лещ. Ребята, поймали леща. Классный. Здорово. Отлично. Молодец. А, закоптим. Вкусный будет. Видишь, ты болтаешь камерой, я только что... Ну, ладно. Фу. Давай, они сейчас здесь собрались все. Давай, я освобожу. Молодцы. Камеру выключи. Нет. Нет? Блин. Зарбанили. Ну, Павел, а, ребята, красавцы какие. Красавцы. Перезабрось. Да, надо кормушку зайти. Давай. Вербанит, да. Так, давайте с тобой сначала разберемся. Спать тоже еще надо. Не торопиться, блин. Да она дергается вчера. Давай, забрас. Вот он, видите, какой красавчик. Он сам соскочил. Отпустим. Давай. Иди гуляй, расти, давай. Здесь крайне. В общем, мы отпустили мелкого карася. И крайняя удочка дергалась. Классно. Такая рыбалка мне нравится. Смотри, какой монстр. На поплавок, на маленький крючочек, вот на так усенький. Пусто? Нет. Он граной, он сражает. Пускай. Пап, да отпусти, нафиг эти караси уже. Тогда, может, останавливаем рыбалку совсем? Нет, давай, бросай его. Да какого хрена, Рис, что мы делаем? Бросай его. Что мы рыбалку не ехали? Следующего дня, ну карази, ну что нам делать с ними карасями? За рыбалку тут. Отличная рыбалка. Я хотел поменять эту. Очередная карасямба. Очередная карасямба. Смотри, какие они здесь здоровые. Смотри, какие они здоровые. А, красивый. Давай в компанию к нашу. Карась. Тихо, давай. Тихо. Бьем. Вот так.
ты завел, что ли? Возьми, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Завел, засранец. Все. Да. Пришел. Куда есть там хороший такой? Ладно, ну, ушел так фиг с ним. Он запутал за это, за камыш и все, и она. Так, есть хороший поплавок, мам. У нас сегодня это поплавок делает всю рыбалку. Да, вот отлично тоже поплавок. Что у нас там в активе? Если ты сразу вот тут подряд, было нормально. Три карася и один подлещ. Двух мы отпустили. Один был мелковат, второй, походу, был самкой с икрой. И один сам ушел. Да? Да. И практически все на поплавок. Крайняя левая. Подсекай. Есть? Да. Рыжий, это последний карась, я буду остальных отпускать. Ну, леща почти одного, чтобы я не брал. Мне нужен лучше, давай. Вот, четыре карася, ну, все хорошо. Остальных будем отпускать. Эту удочку я уже даже сверну. Сверни, да. Не нужно. Мы с тобой зажрались, однако, а? Подруга. Что есть, то есть. Зажрались, ребята. Пироси отпускаем. Я буду отпускать, но ты кому-то не будешь. Ты отпустишь. Ну, конечно, отпустим, нам уже не надо. Только карасей нам не нужен. Ну клев просто это бешеный, просто да? Для тебя охренеть просто. Карась? Да что ж такое? Что такое, блин? А? Ну давай ему закрыши, вот. Очередной. Ты стой, стой, сейчас пойдешь гулять, а он сам сошел. Вот он. Хороший карась, хороший. Стой, 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 стой. Что? Вот так вот его держи на фоне воды. Какой красивый, молоденький, смотрит на меня, видишь? Да, подержи. Что, очередной? Господи. Сколько штук? Три, четыре отпустили. Да больше. Пускай. Ой, какой. Да, пусть гуляет, засранец. Тебе воздаст. На следующей рыбалке, да. Он тебе попадется. Да, честно говоря, я не хочу. Да я. Мне хочется чего-то другого. Море. Да. Такая рыбалка, это, конечно, все хорошо, но все-таки не то. Ладно. Опять карась. Если карась, то, конечно же, очистится. Да, нафиг он нам нужен. Караси у нас уже в достатке. Зажрались. Нам нужен лещ. Карась. Карась? Ну. О, нет, лещ! Я не договорю, блин. Все. Ну, он маленький, это подлещик. Нормальный подлещик. Ну все, твоя мечта осуществилась. Теперь можно их засолить, закоптить. Хвастайся. Да ну таки слушай, тут, честно скажу, килограмм 5 точно есть. У нас сколько лимит? 6. Ну еще двух карасей взять. Из 5 отпущенных, блин. По-моему, больше отпустили. Все, сворачиваемся.
наш рыбалкомобиль. Папа. Счастливый. Какой дядечка идет, сияет. Сияет. Господи, полное ведро карасей. Знаешь, что есть, то есть. Ладно, погнали домой. Чё? Ну что, ребят, наш улов. Что наш улов? Лещ. Это не наш улов, это примерно половина под того, лещ. Что мы поймали. Ну хорошо, половина улова, потому что половину мы действительно отпустили этих карасей. Взяли 4 карася. Самого крупного отпустили. Ну, потому что он был беременный, вот этот карась. Тоже беременный, ты же его взяла. Ну, он, наверное, был первым, иначе я бы не взяла. Отлично. Лещ и подлещ на засулку. Это на засулку, да, это я сейчас все сделаю. Все да. Красиво будет по красоте, сейчас надо их почистить. Молодец. И мне салфетки надо.